Работа по созданию нового аэропортового комплекса «Нальчик» активизирована. Об этом сообщает портал правительства КБР. По поручению руководства республики с начала этого года образована межведомственная рабочая группа. Утвержден план мероприятий, определены исполнители. Оплачены услуги по выбору земельного участка для строительства, разработки схемы генплана аэропорта и прогноза объемов перевозок, а также по определению ориентировочной стоимости возведения объекта. Сейчас идут переговоры с потенциальными инвесторами для привлечения финансов в создание инфраструктуры комплекса. Напомню, решение о строительстве в Нальчике нового аэропорта было принято еще в 2008 году. Как говорится в сообщении на портале, за прошедшие 6 лет практических мер по реализации проекта принято не было.